Друзья, коллеги, здравствуйте. Хотела бы поблагодарить вас всех за сегодняшнее присутствие на нашем мероприятии. Это короткий пресс-конфорт, посвященный 60-му Перинатал-Европейскому ГО-конгрессу, крупнейшему европейскому мероприятию в мире ГО. Подробнее о нем расскажут президент Европейской Федерации ГО Мартин Стясне и президент Российской Федерации ГО Максим Аркадьевич Волков. Также хотела бы вам представить переводчика Вадима, который будет переводить слова Мартина. После коротеньких выступлений будет короткая сессия вопросов и ответов, но, пожалуйста, буквально 20 вопросов, потому что наших спикеров, уважаемых, будут ждать на церемонии открытия. Спасибо большое. The European Congress is the biggest GO event in the world. Not only in Europe, in the world, because we are 2 weeks here and you nearly 24 hours a day you can play GO. And this European Congress is given to countries changing all over Europe. And 4 years ago, there was an official vote and Russia won. Russia offered St. Petersburg as a city where they wanted to hold the Congress. Европейский ГО-конгресс – это крупнейшее событие в мире ГО, не только в Европе, но и в принципе в мире, поскольку это 2 недели, полностью посвященные ГО, игроки играют 24 часа в сутки. 4 года назад было голосование, какая страна будет представлять очередном ГО-конгрессе, и Россия победила, соответственно, поэтому 60-й ГО-конгресс проходит в России. А так он каждый год он меняет страну. So we are here now for the second time in Petersburg. The first congress happened in 2003, but not in the center, outside in Kronstadt, so 40 kilometers away. And so many people had a nice memories in this wonderful city. And yes, in 13 years, a lot of things have changed, and what we see here is not comparable with what we had in 2003. Мы уже второй раз в Санкт-Петербурге. В первый раз мы были здесь в 2003 году, но не в центре города, а вдалеке, там 40 километров от города. И, конечно, многое изменилось за это время. То, что мы видим сейчас, это никакое сравнение не идет с тем, что было 13 лет назад. I am very happy that we have this congress here in Russia, because Russia is the biggest GO country in Europe. So it is absolutely normal that sometimes the congress is also here. And yes, I expect a great congress. Я очень рад, что в этот раз конгресс проходит в России, поскольку Россия это все-таки самая большая играющая в ГО страна. И поэтому вполне логично, что время от времени конгресс проходит именно здесь. Я надеюсь, что конгресс пройдет очень удачно. Maybe last sentence for me at the moment. We had a wonderful time in preparing the congress. I have been here also in February and looked at all the locations. And the cooperation with Maxim and his team is perfect. Thank you very much. Thank you. Конгресс проходил очень успешно. Я был здесь в феврале. Мы выбирали, смотрели разные места. И наши взаимоотношения с Максимом, все было просто на высшем уровне, просто великолепно. Спасибо большое. Thank you. Thank you. Ну, я хотел бы добавить к тому, что говорил Мартин, только, наверное, уточнение некоторые. Мартин сказал именно про команду, про ту команду, которая готовила этот ГО-конгресс. Я абсолютно удовлетворен работой с нашими партнерами из агентства АРКОМ, из агентства Мономакс и, конечно же, с теми, кто был придан нам в помощь от компании Polymetal. Это очень получилось креативное сотрудничество, которое сегодня получит свое развитие, и мы его продемонстрируем уже на церемонии открытия. То есть, на самом деле, меня порадовал Мартин тем, что действительно он отметил, что сама по себе уже атмосфера торжественности, в которой происходит это действие,
не имеет ничего общего с принятым в госсообществе уровнем. Он восхищен тем, что мы могли поднять эту планку так высоко. Во всем остальном, это, конечно же, кропотливая работа, связанная с организацией экскурсий, организацией питания, с выбором мест питания. Потому что при всем том многообразии, которое представляет мой любимый город, город Санкт-Петербург, уровень цен, качество еды, собственно, сам по себе приоритет интереса к тем или иным местам, он должен быть объяснен нашим гостям. А это само по себе дело непростое. И, конечно же, основная задача ГО-конгресса – сохранить атмосферу праздника. Праздника, который длится и день, и ночь, и играя в ГО, люди должны получать максимальное удовольствие от времяпрепровождения. Потому что многие сюда приехали в свой запланированный отпуск. И это время, единственное время в году, где они могут пообщаться, поиграть, получить удовольствие. Для этого мы сделаем все от нас зависящее. Спасибо большое. Господа журналисты, если у кого-то есть вопросы, буквально 3 минуты, пожалуйста. Да? Информационное агентство «Лайф Петербург». Максим Аркадьевич, я вот видел там два ряда столов на улице. Это что, мастер-классы будут? Или это любой может сразиться вот с профессионалом? Все гораздо интереснее. Там будут разливать пиво. При этом никто не запрещает играть в гон. Поэтому в данном случае вопросы, связанные с допинг-программой и пивом, здесь не считаются. Здесь все в наших руках. Поэтому люди будут получать удовольствие от замечательного напитка, от общения и от игры. Мастер-классы будут проходить в тех рамках, которые мы обозначаем как некие турнирные рамки. То есть у нас мастер-классы будут проходить как-то по разным группам подготовленных и неподготовленных людей с профессионалами, с людьми, которые представляют любительские данные, и с теми, кто готов и лучше всего справляется с учением детей даже. То есть все эти категории, они у нас разнесены по своим временам, залам, и каждый здесь может найти себе применение. Самый первый начинающий уровень 20-го Q и, соответственно, человек, который хочет совершенствоваться в ГО уже на серьезном уровне данных. То есть уникальнейшая возможность получить от профессионалов урок. У нас здесь профессионалов представлено больше 30 человек из Кореи, Японии и Китая. Такое, в общем, это, в общем, беспрецедентное тоже на самом деле стечение высоких мастеров, которые играют только за деньги, к тем, кто играет только без денег. Да. Поэтому в нашем случае нам везде повезло. То есть у нас и профессионалы здесь есть, и у нас здесь есть те, кому эти профессионалы нужно передать свой дар. Спасибо. Значит, да. Вася Михаил, газета «Метро». А вот к вопросу о деньгах. Каков призовой фонд турнира? В данном случае это вопрос даже не ко мне, потому что в каждом отдельном случае это, начиная от совершенно символических подарков, призов, то есть книг, наборов для игры в ГО, габанов, камней, до каких-то небольших сумм, связанных с компенсацией дороги, например, и так далее. То есть здесь не говорим ни о каких там миллионах, сиксимилипуках. То есть мы не футбол, но мы не хоккей, мы ГО. Мы люди, которые искренне любят его без денег. Может, нашим европейским что-то. Еще вопросы? Нет, да? Все, спасибо, господа. Спасибо вам огромное за интерес. Прошу всех на церемонии открытия. Спасибо.
Кстати, вот Габан.